Добрый день! Сегодня будем готовить макароны в соусе болоньез. Для этого нам понадобятся макароны, соль с перца, 2 луковицы, зелень, помидор, 0,5 кг фарша, томатный соус вместе с паприкой, сахар и провансальские травы. Перед варкой макарон нальем немножко оливкового масла в воду. Немножко соли. И варим до готовности. Пока макароны варятся, мы будем делать соус. Нарежем лук и поджарим вместе с мясом. Наш фарш изменил цвет, стал поджаристым. Вливаем соус. Размешиваем. Добавляем специи и соль по вкусу. Еще дорежу помидор свежий. И протушим. Минут 10-15. Наши макароны в соусе болоньезе готовы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего! Приятного аппетита!